то, что журнал Forbes назвал Путина самым влиятельным человеком в мире, я думаю, это некая своеобразная компенсация за неполученную Нобелевскую премию, потому что реально Россия и, понятно, что Владимир Владимирович сделали очень много именно в этом году. Главное, что было предотвращено вмешательство западных вооруженных сил в дела Сирии. Как там будут дальше развиваться события, было сложно предугадать, но хуже, чем то, что было сделано в Ливии, да, когда вроде намерения самые гуманные, а в результате теперь государство разрушено, сотни тысяч погибших, в общем, государства уже нету. Какие-то банды там властвуют на территории, похищают премьер-министра. Слава богу, теперь в Сирии в ближайшее время этого не случится. Так что, думаю, заслуженно.